Николай Ильич, тут, наверное, вышла ошибка. Недоразумение. Давайте обсудим вместе. Настенька скоро умрет. Следом за ней уйдет Марина. С 11-го даю отправление. Разговор не о них, а обо мне. Насколько я знаю, каждый умирает в одиночку. Так вот, что я хотел вам сказать. Умри я. Я ведь не стану приходить сюда. Являться. Я ведь не тот, который... Форди! Да, да, именно. Я человек грешный. Мне нужен вам здесь. Всю свою жизнь я проходил мимо несчастья других. Всегда проходил. Не останавливался. По третьему скорой! По третьему скорой! Я... По долгу службы убил троих в перестрелке. Одного в рукопашной схватке. И потом косвенно участвовал в смерти многих. Не знаю, скольких тут вы имеете возможность проверить. Я нужен вам здесь. И вот, вот теперь самое главное. Я молодой, сильный, жадный, жестокий. Я вовсе не святой. Дальше. 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 И вот для того, чтобы я нормально смог на вас работать, мне нужно создать условия. Мне необходима жена, дочь, смог. Мы всей семьей станем тупыми, безжалостными. Сытыми, готовыми утопить застоптанный тапочек, продать и обрадоваться, идти по головам, по костям, по трупам. Главное, по трупам. Отдайте Настеньку. Отпустите нас, прошу вас. Им надо отдохнуть, а мне подумать. Прошу вас, отпустите. Я отработаю, я все отработаю, вы будете довольны. Хорошо. Я не благодарю вас, потому что вы поступили разумно, правильно, на благо себе, мне и нашим задачам. Запомни, тебе дан зарок и запрет. Да? Произносить эту дурацкую присказку. Жизнь прекрасна и удивительна. Твоя судьба в твоем языке. Это и раньше так было.